куда попал сейчас? Паша в далекой командировке. Тихий городок Муравьевск. И Зинаида там торчит. Какая-то скучища на гостиной фабрике. Вы на ней оно воровали сукно. Ну, не знаешь, надолго? Неизвестно. Откомандированы нашим начальством по прямому распоряжению руководства следственной части. МВД СССР. Привет. Привет. Входи, входи. Ну, что великое сидение с ревизорами? Ох, до двух ночи. И бьюсь без толку. Учет в глазах меркнет. Главное, принимают ткань по весу и числу рулонов. А готовую сдают по числу рулонов и метражу. Ну, а как же сводят вес с метражом? Никак. В чем и фокус. Чай будешь? Нет, спасибо. Говорят, нереально. Но чувствую, что-то тут. Может быть, ты Азина? Нет, Павел Павлович. Надо же обосновывать нормативы. Это кандидатская на тему варианты перехода килограммов в метры. Я только эксперт. Ну ладно, уж не прибедняйся. Да нет, ну ты подумай. Мойка, обезжиривание, сушка, окраска, сушка, протяжка и каждый раз новые показатели. Ну разве задним числом проверишь? Плюс брак и возврат на перекрас, а там по новой варят, парят, не уследишь. Да, почва для хищений благодатная, а хищений, ну, нисколечко не видать. И с кем не беседую, сплошь честные глаза. Но перерасход красителей подтвердился? Перерасход и куча всяких нарушений. Выговоры есть хоть направо и налево. Слушай, Павел Павлович, я сейчас с приемного склада. Там не соблюдены нормы влажности. То есть ткани суше, чем положено. Ну а суша, значит, легче. И, судя по весу, их гораздо больше, чем положено. Да? Считаешь, просто получают лишнюю ткань и обрабатывают без документов? Ну а что? Старый испытанный левачок. Дежурный Муравьевского город делал, лейтенант Лощинин, слушай. Алло! Алло, не слышно вас! Алло, перезвоните! Алло! Ну что, в следующий раз не 7, 15 получишь. Ремень, галстук. Виноват, начальник. Как говорится, шел в комнату, попал в пивную. Скажите, к кому мне обратиться? У меня муж пропал. А это в бюро доходов. Помолчи. Я вас слушаю. У меня вчера внезапно муж пропал вечером. Значит, сказал, что ухожу на час, а сам ушел и не вернулся. Я всю ночь его ждала, а утром побежала по родственникам, по знакомым. Никто не видел, никто не знает. Но я не знаю, чего мне делать. Я думаю, самое ужасное. Фамилия? Миловидов Сергей Иванович. Сейчас, Сергей Иванович Миловидов. У меня пока никаких сведений нет. Милиция за истекшие сутки не задерживался, в больницу не поступал. А куда же он мог деться? Мне юрист на работе сказала, чтоб я просила розыск объявить. Вот я фотографию. В подобных случаях розыск сразу не объявляется. А почему же? Ну, такой, простите, порядок. Ну, дело-то житейское, но не ночевал. Ну, бывает. Извините. Алло, 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 дежурный Муравьевского городотдела лейтенант Лощинин слушает вас. Да, а, да-да-да, слушаю тебя. Начальству с нашим братом хлопот хватает. А если еще ловить, кто от жены загулял?
Ну и что? Ну не от таких вот гуляли. Вон взять, к примеру, Нефертити. Красавица, на все времена, так ее вовсе муж бросил. Исторический факт, сам лично в книжке прочитал. Взял, бросил, себе другую завел. Это как? Все, пока. Значит, Миловидов Сергей Иванович. Да. Где работает? На красильной фабрике. На всякий случай запишем. Но я так полагаю, что жив, здоров и объявится. Мне только бы здоров. Мне только бы жив. Повторяю, Зурин, левое сукно с вашей фабрики изъято в магазинах. Да отродясь, у нас левака не бывало. А почему тогда перерасход красителей? Какой там перерасход? Изрядный. Вот хотя бы возьмем артикул 86/40. Завезли 300 килограммов, израсходовали 450. Ну, вам, конечно, виднее. И куда пошли 150 килограммов лишку, товарищ Зурин? Как куда-то? Что я, на блины, что ли, извел? Вся эта вот 40, сколько ее было, она вся в производство пошла. Ну, хорошо. Давайте считать вместе. Завезли 300 килограмм. Я правильно записал? Угу. Истратили 450. Выходит 150 кг лишку. Да откуда взяться лишку-то? Туго у вас с арифметикой, товарищ Зурин. Вот вспомните, как это делается. Сверху пишется большее число, под ним меньшее. Слева знак вычитания. Внизу, под чертой, пишется результат. Давайте. Из нуля ноль. Ноль. Из пяти ноль. Вы меня семь раз простите, абсолютной глупостью занимаетесь. Это же бумажка. Бумажкой покрасишь. Бумажка только, знаете, что требует. А с фабрики план требует, невзирая, завезли тебе эти 40 или не завезли. Ну нельзя же красить артикулом, который кончился. Жареный петух плюнет, покрасишь. Я вот тут уже третий год его начальника красильного цеха. И завсегда у нас тут Тришкин кафтан. То одного красителя нет, а другого навал. То наоборот. Чего делать? Вот так вот соберется в красильне целый совет. Там мастера, старые рабочие. Подсыпь маленько этого, теперь маленько этого. Махни, подсуши, пожижь, погуще его. И спрашивай с них после этого норму расхода и объем выхода. Мы ведь работаем. План гоним. А вы читать складывайте. Девочки в бухгалтерии сидят. Чуть где не разбериха в учете, мне сразу объясняют, что так для производства удобнее. А что-то смешного. Так оно и есть. Вот, извините меня, ловите, сами не знаете кого. Вон на Первомайской квартиру ограбили, там вас нет. Одну минутку, Зурин. Да. Вы, если не ошибаюсь, женаты? Ну. В который раз регистрировались? В четвертый. Так. Значит, четыре жены. А детей? Детей? Совсем беда с арифметикой. Ну, семь человек. О, не дурно. Но материально вы им не помогаете? Зачем еще не помогаю? Помогаю. А что-то я не видел в бухгалтерии исполнительных листов. Что, обязательно по листу? А, значит, полюбовно помогаете. Ну, конечно, помогаю. Мои же. Справедливо, Зурин, справедливо. Шутка ли? Одеть, обуть, накормить. Вы сколько получаете-то? Ну, 140. Небогато, если на семерых поделить. Ну, хорошо, хоть собственный дом построили. Все на квартплате экономия. Вы меня... Гражданин хороший, не стращайте. Не хватало еще моим ребятишкам в миске заглядывать. Это мое личное дело. И дом личное дело. И следствие вашему не касается. Вот очередь подойдет, москвича куплю. И никто не спросит, на какие такие деньги. Не те нынче времена. Вот, между прочим, такой бы драпчик вам пошел. Пальто дыми свободного покроя. Цвет не мой. А какой бы вы хотели, товарищ Кибрид? Ну, скажем, морской волны. Есть волна.
Вы считаете, что это волна, товарищ Валетный? Действительно, волну мы немножко так недоосвоили. Да. Товарищ Кибрид. А что это мы все так официально? Товарищ Кибрид, товарищ Валетный. Может, так по-дружески? Зинаида Яновна, Илья Петрович. А? Идет? Идет. Только чтобы наши симпатии не мешали делу, Илья Петрович. О, исключительно на пользу дела, Зинаида Яновна, исключительно. Тогда вспомните, для чего вас выделили мне в помощь. Чтобы отобрать образцы для экспертизы на разных этапах обработки тканей. Вот именно, для экспертизы, а не себе на пальто. Так, здесь я закончила. Пошли к кладовщику. Пошли. В нашем деле, Зинаида Яновна, много не украдешь. Ну, было бы желание. Рада бы. Да нечего. Что получаем, то и отдаем. Только вот разноцветно. Вам просто не хватает изобретательности, Илья Петрович. А, кстати, как начальника АТК, какой участок производства вас чаще беспокоит? Думаете, по-крупному списываем в брак? Из нормы почти не выходим. А вы меня случаем не допрашиваете? Не-не. Я вас расспрашиваю, потому что интересно. Ясненько. Польщен. Кстати, вы по вечерам в гостинице не скучаете, Зинаяна? Вы считаете, что это кстати? Кстати, до которого часа работает кладовщик? Убейте меня, Зинаида, убейте меня. С вами, вы знаете, просто забываешь о времени. Он же взял отгул и после обеда тю-тю. Миловидову попрошу. Пожалуйста, поищите. Он уже на 15 минут ко мне опаздывает. Девушка, говорит следователь Знаменский. Будьте добры, назвать себя и объяснить толком. Не понял. Что значит исчез? Когда и куда? Ну, хорош. Нашел время пропадать. Только обо всем договорились. Я, можно сказать, рассчитывал. Может, он по пьянке где? Ты его пьяного видел? Да нет. Петр Иванович, а что, если его по-тихому взяли? За что? Уже готов, уши прижал. Ничего эти столичные не смыслят. Тем более он им кость кинул, чтобы занялись. Да. Тогда какая же ваша гипотеза? В смысле насчет Миловидова? Слушай, давай прежде времени в панику не вдаряться. Ну, что по делу вызвал? Если срочная надобность. Он себе горло. Он нас с тобой не спросит. Да нас-то да. Но жену-то мог предупредить, чтобы шум не затевал. Если только скрыть хотел. Петр Иванович, а может, он с Митькой киномехаником схлестнулся? Митька Зеленый всю дорогу в последнее время ухлестывал. Вот они только из клуба, он ее под локоток. Слушайте, может, у них какой там треугольник вышел? И какая петрушка, а? Слушай, ну вот любой тебе разговор под конец на баб сворачивает. Ну, не-то этот свой секс проклятый. Уже лисеть начал. Ну, знаете, я попрошу. Не в первый раз. Вам может нравиться многосемейность, а я в поисках. Ответственно выбираю единственную подругу в жизни. Ну, выбирай, выбирай. На нашей фабрике аккурат до пенсии хватит. Слушай, вот чем эти гипотезы выдумывать? Надо с Аленой потолковать. Ну, сегодня, конечно, не все не себе, а завтра пойдешь. В здешней музыке Саша наметила соло для инспектора угрозыска. А, подкрепление! Привет, Зинуля. Прибыл из Москвы срочно пить чай. Да? Здравствуйте. Милость не просит. Сейчас устрою. Да? Очень хорошо. Погорячее, покрепче, Зин. Хорошо.
Пока. Мамины. Итак, что, Лапаш? Неведомо куда делся тут один человек, очень мне нужный. С вечера понедельника о нем ни слуху, ни духу. А чем он тебе нужен? Понимаешь, дошло до меня, что в тот же понедельник днем он выступил на профактиве вот с таким примерно текстом. Товарищи, нечем закрывать глаза. Пора кончать с хищениями на нашей фабрике. Лично я не намерен больше молчать о преступной деятельности таких казнокрадов, как Горобец и другие. Вот для чего ты вытребовал меня у начальства. Хочешь, чтобы я нашел тебе этого мудрого критика, который объяснит тебе механику тутошнего воровства? Предел мечтаний. Паш, я ведь напомню, инспектор угрозыска, а не БХСС. Чем вы тут с Зиной занимались эту неделю? Ну, пропавшими гражданами как раз занимается угрозыск. Ну, если бы этого пропавшего гражданина не было? Ой, не говори. Ну, стал бы сличать бесконечные наряды, путевые листы, накладные и т.п. до полного посинения. Помнишь Афанасьевское дело? Да еще бы. Да тут примерно такое же, месяца на три. А кроме того, Саш, мне не нравится. Давай, Зина, помоги. Спасибо. Поднос есть? Да, дивно. Паш, а кто такой Горобец? Горобец завскладом готовой продукции. В рабочую версию вписывается как организатор вывоза левака. Я выдвигаю вторую кандидатуру. Начальник это Ковалетный. Провинциальный лев, который меня обольщает и активно мешает работать. Зина, ты тут развлекаешься со львами? Ну еще бы. Женщина в командировке, сердце не камень. Болтлив он, Шурик. Все же думал, что о чем проговориться. Ладно, ребят, вернемся к пропавшему гражданину. Как фамилия? Миловидович. Начальник сушильного цеха. Ну, ничего особенного пока сообщить не могу. Работницы его хвалят, дирекция уважает. Я звонил его жене, предупредил, что мы придем поговорить. По дороге тебе выдам биографическую справку. Павел Павлович, позвольте чайку перед дорогой. Прошу. Паша, дай-ка ему попить чаю. Подожди. Вы извините меня, пожалуйста, ой, за беспорядок, но я в таком состоянии. День и ночь жду, думаю, вот сейчас звонок, Сережа войдет, что-нибудь о нем. Вы проходите, пожалуйста. Знаете, наверное, хуже всего на свете это чувство неизвестности. Как вы думаете, я могу на что-то надеяться? Ну, пока есть неизвестность, Алена Дмитриевна, остается и надежда. Да. Спасибо. Проходите. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Присаживайтесь. Ну вот. Я теперь хоть на вас буду надеяться. Я была в милиции, в нашей местной. Ну, меня там даже слушать не захотели, заявление не приняли. Говорят, подождать нужно, а потом даже намекнули, что вроде бы он мог там на стороне. Ну, я понимаю, что, конечно, Нефертити муж бросил, но меня бы Сережа не бросил. А между вами не было недоразумений, размолвки? Нет, вы знаете, никогда. Никогда. С самой первой минуты, вот как мы с ним встретились, это было случайно в Ялте. Ну, это как судьба была. Потом Сережа приехал сюда и остался на все время. Ну, некоторые думали, что у нас просто, знаете, как бывает, курортный роман. А мы с ним поженились, и вот 9 лет прожили, душа в душу. Если его нет, значит, случилось что-то серьезное. Алена Дмитриевна, ваш муж выступил на собрании, вы, вероятно, знаете. Да, я знаю, мне фабричные сказали.
он располагал подлинными фактами. Ну, я думаю, что Сережа не стал бы врать. А почему же он не пришел ко мне? Да знаете, наверное, здесь моя вина. Я его стала уговаривать. Я говорю, это же не твое дело. Зачем тебе лезть? Без тебя разберутся, раз таких специалистов прислали. И потом, вы понимаете, в чем дело? Сережа все-таки не здешний был. И ему было все равно. А я здесь родилась. И вы знаете, наверное, уже, что я завклубом работаю. Но когда завклубом, вы понимаете, что полгорода знакомых, а люди все разные. Некоторые, знаете, как думают, там доносчик, кляузник. Что же его все-таки заставило пойти в открытую? Ну, я-то думаю, что у него просто нервы не выдержали. Он в последнее время очень переживал. Он говорил все время, что следствие не в ту сторону идет, на месте топчется, не тех людей тягают. И все это, знаете. И называл тех людей? Он-то называл, только я слушать не хотела. Я все время говорила, меня это не касается. Меня не касается. Ну вот. А теперь коснулась. Я самое страшное думаю. Алена Дмитриевна. Старайтесь успокоиться. И припомните подробно, как все было в понедельник. Так я и так вроде все помню. Вы меня только спрашиваете, потому что так, конечно, трудно. Что-нибудь необычное в поведении мужа вы заметили? Необычное? Да нет, вроде утром все было нормально. Вечером он пришел расстроенный. Я не стала спрашивать. Потом он мне сам говорит, Алена говорит... Я на активе не выдержал, там высказался. Но я, говорит, тебе все потом за ужином расскажу. Ну и прилег вот здесь вот на тахту, а я пошла готовить ужин. Где-то, наверное, чтоб не соврать. Да, минут через 20 звонок. Горобец звонит, просит Сережу к телефону. Я подозвала, сама стала на стол накрывать. Смотрю, Сережа уже одетый стоит, в пальто. Я говорю, ты куда собрался? Он говорит, да мне тут нужно выйти, такое срочное дело. Я, говорит, через часок вернусь. Ты, говорит, меня подожди. Ну, вот я, видите, с тех пор сижу и жду. А как вы узнали, кто звонит? А так я же подошла трубку-то брать. Я же голос Горобца всегда узнаю. Он такой грубый, говорит, Алена, мужик дома? Я говорю, дома, у него голова болит, он лежит. Ну, он говорит, мне на это глубоко плевать, дело срочное, позови его к телефону. Ну, а с ним лучше вообще не спорить, он хам. Еще со школы был хамом, когда еще за мной ухаживал. Ну, вот. Ушел Сережа. Вот ушел. И не вернулся. Понятно, понятно, Лена Дмитриевна. А в котором часу это было? Когда он ушел? Он, наверное, ну, где-то, в общем, около 7 часов, по-моему. Да, около 7. Дальше что, Лена Дмитриевна? Ну, что дальше? Я ночь, конечно, прождала, вечер прождала. Утром бегом к Горобцу, говорю, где Сергей? Он говорит, а я откуда знаю? Ну, я на фабрику кинулась. Думаю, может, фабричные что скажут. Тут меня как обухом по голове. Оказывается, Сергей решил Горобца-то при людях уличить. Ну, у меня руки-ноги отнялись, я думаю, господи, если б я знала, я бы его к телефону не подзывала. И не отпустила бы ни за что. От Горобца все что угодно можно ожидать. Он бандит, он же сидел. Фамилия, имя, отчество? Горобец Александр Кондратьевич. Год рождения военный,
42. Женат. Проживаю вот где. Место работы? Фабрика наша красильная. Завскладом. Судимы? А как же? По молодости за глаз сидел. То есть? Дураку одному глаз выбил и сел. Он где это? Начальник расскажет. Я сел, а тот окосил. А ну-ка прекратите балаган. Да ладно. Каковы ваши отношения с Миловидовым, гражданин Горобец? Ой. Уже гражданин. Быстро. Извините. Да ладно. Обыкновенные отношения. Как когда? Сослуживцы утверждают, что отношения скверные. От вас частенько слышали брань по его адресу. Целоваться мне с ним, с собакой. Горобец, ну, не выражаться. Ну, руки убери. А чем же вызвана такая неприязнь, Горобец? Ну, допустим, фамилия мне его не нравится. Или что личное какое. И все же. Вам мало, что он меня при народе не за что охаял? Кстати, в тот день позже вы с ним виделись? Виделись. Где? Сюда приходил. Вы его позвали? С чего это? Жена Миловидова дает показания, что вы звонили и приглашали поговорить. Ну это пусть она дает, что хочет. Стану ему звонить, сам пришел. Зачем? Как зачем? Извиняться? Да. Извините, говорит Александр Кондрач, и все. Вот на вашем месте сидел. Сколько времени продолжался ваш разговор? Ну, может, минута... Не знаю. Выпьем же. В то время, как Миловидов находился у вас и, по вашим словам, извинялся, в связи с чем возник в доме шум? Когда? Ну, когда Миловидов был у вас. Соседи из дома 23 слышали шум, громкие голоса и крик «Помогите!». Соседи? Я ему ничего такого не делал. А днем ведь грозились. Рассказывают, вас даже за руки держали. Вы бросались на Миловидова прямо в зале. Да еще мне кинут собак, ведь он на меня при всех скотина попер, если что попал. Тем не менее, ваша вечерняя беседа кончилась миром, или вы не помните? Ну, что? Так как же, Горобец? В общем, помню. Поговорили, он домой пошел. Вам предъявляется постановление на обыск. Распишитесь. Попрошу войти, понятых. Обыск. Да, очень странная история. Алена? Он тебе никаких поручений там не давал? В смысле, если вдруг увидишь Петра Ивановича там валетного, то передай. Нет? А? Нет. Ален, ну я тебе серьезно советую, ну как друг. Ты ничего не скрывай от нас, но у нас интерес общий, мы не меньше твоего переживаем. Ты что ли за Сергея-то переживаешь? Я тут все глаза выблокла, он на тебе явился. Чего ты хочешь, выпытываешь-то вокруг да около? Да слезами не поможешь. Тут надо, знаешь, радикально продумать все варианты. Алена.
Ну, скажи мне только честно. Митька, киномеханик, в последнее время, а? Ну, во-первых, он тебе не Митька, а Дмитрий Викторович. Так, ясненько. Алена, а что, если его вдруг спросить так, а где Ленин муж, а? Ну, а если тебя об этом спросить? Вместе с Горобцом. М? Ты рехнулась или как? А почему это я рехнулась? А? Сергей же хотел вас с Горобцом при людях улечить. Ну чего, то Горобец, ты что? То Горобец, а то мы, тут большая разница. Ну ладно, разница, не разница, это я там не знаю. Вы все одна шайка. Прошу вас, товарищ президент. Товарищ эксперт, определите характер пятен на рубашке. Хорошо. Садитесь, Горобец. Положительно, это кровь. Так, слушайте внимательно, гражданин Горобец, и отвечайте точно. Я запишу ваши показания в протокол слово в слово. Читаю вопрос. В принадлежащем вам сарае при обыске найдена мужская верхняя рубашка с бурыми пятнами на груди. Предварительным исследованием установлено, это кровь. Что можете сказать о принадлежности рубашки и о происхождении следов крови на ней? В такой ситуации молчать плохо. Не моя эта рубашка. Не знаю, чья и... Почему в крови, не знаю. Подойдите к столу, Алена Дмитриевна. Вот это вот Сережина рубашка. Вы где вы ее нашли, а? Он же в ней из дома ушел. Вот это вот Сережина. Только не ошибитесь, Алена Дмитриевна. Стандартный цвет, стандартный фасон. Вот если бы какая-нибудь примета. А есть примета. Вот видите, вот эта пуговица, она отличается от этих. Она чуть-чуть побольше, в желтизну. И видите, она перламутровая. Я ее специально под галстуком вот здесь пришила. Думаю, не видно будет, когда будет надевать. Да, вот то. Это что? Кровь? Это что, Сережина кровь? Да? Где вы ее нашли? Его что, убили? Что, его убили? Если на рубашке кровь, значит, его убили. Я так и знала, что его убьют. Я так и знала, что его убьют. Они все время нам завидовали. У меня сердце чувствовало. Ой, Серёжа, у меня сердце чувствовало, Алёна, что его убьют. У меня сердце чувствовало, что его убьют. Подождите немного, нужно будет подписать, что опознание происходило в вашем присутствии. Хорошо. Что, молодая вдова, Алена
Откуда это? Кажется, из песни про купца Калашникова. Да. Выпила валерьянки, попросилась 5 минут полежать. Да что, убийство? Передаем дело в прокуратуру? Доложу, но думаю, оснований пока недостаточно. Трупа нет, принадлежность крови Миловидова ничем не доказана, точное место убийства не установлено. Ну вот именно придется последовательно обрабатывать все помещения сарая. Бригада нужна. Какие у тебя виды на рубашку? Группа крови, конечно, но этого недостаточно, сам понимаешь. У Горобца может быть та же группа. Ну да, и завтра ему он вспомнит, что сорочка его собственная, что он на днях брился, порезался. Вообще, Паша, по-моему, он завтра ему многое чего вспомнит из таких. Посмотрим. Нужна идентификация крови. Ты что-нибудь надумала? Да, но для этого надо ехать в Москву. Есть так называемый способ мультгрупп. В общем, если Миловидова скажет, что он в тот день ел, то по микроэлементам в крови можно обнаружить остаточные следы пищи, которую человек употреблял незадолго до смерти. Ну да, кофе и бутерброд с сыром переходят в кровь, Паша. Да, она будет другая, чем если бы ты пил чай. Методика опубликована давно, мне страшно хотелось ее проверить. Но вот все не было случая, по счастью. Хорошо, поезжай в Москву. Заодно зайдешь там к ребятам из БХСС, напомни им, чтобы они срочно сообщали нам обо всех случаях текстильного левака. Хорошо. Еще нужна? Еще минутку, Алена Дмитриевна. Я понимаю, что тяжко, но у меня к вам несколько вопросов. Спасибо вам. Спасибо вам за сочувствие. А вот фабричные нам всегда завидовали. Они завидовали, что мы любим друг друга. Как мне теперь Что ты здесь связался? Ну, что? Ой. Его арестовали. Ага. Я опознала рубашку, и его арестовали. Вот видишь, все идет по намеченному. Ой, поплюй, поплюй. Я так замерзла. Ужас. Сумку возьми. Холодно у тебя. Ох, класс. Ты как с рубашкой ты прошла? Ты знаешь, по-моему, без задоринки. Я так убедительно страдаю. Меня даже милиционер жалеет. Чего ты хохочешь? Я всегда чувствовал, Алена, что в тебе актриса пропадает. Ну? Смотри, не переиграет, не клубная самодеятельность. Да. Про группу крови спрашивали? Спрашивали. А еще что? Еще очень много непонятного спрашивали. А, например, говорят, вспомните, пожалуйста, что он ел в тот день. Ты знаешь, как допытывались, чтоб я вспомнила? Да. Надеется, что уже найдем тело и проверим, что у него там в животе, что ли? Да что ты какие-то гадости говоришь? Даже замутил. Как доехал? Да ничего, полная конспирация. Фоминична дуре сказала, что у мамы переночую. Мама приехала, немножко посидела, она стала спать укладываться. Ну, я ей говорю, ты знаешь, мне что-то хочется одной побыть. Чего ты?
оказалось. Ну, все. Ты совсем ненормальный. Ну вот, у мамы посидела, мама стала спать, укладываться. Я говорю, мне хочется одной побыть. Ну и умоталась. Ну вот, последним автобусом к тебе. Ну я, видишь, ничего вкусненького не привезла, вот только масло, сыр, колбаса. Да ладно, ерунда. Холодильник полный. Да, вот это тоже. Да. Чекнуть с колена за счастливое завершение. Опа! Чтоб все выгорело. Поехали. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Как я соскучилась. Я сам соскучился по тебе. Да, что люди-то говорят? Ой, чего только не говорят. Фабричные ко мне пристают. Бабы эти все время лезут. Вот. На днях Валетный приходил с какими-то намеками. Вообще... Ты даже себе представить не можешь ужаса моего положения. Ты думаешь, что мне легко, что ли? Я тут тоже торчу в сатане от разных мыслей. Да, Татьяна, вестей нет? Из Кисловодска открытку прислала. Ну и что? Ну что, убраться нужно. Здесь же очень грязно. Ты же куришь беспрестанно. Когда возвращаете? Через 8 дней. Так, значит, моего житья здесь от силы неделя. А тебе бы вообще лучше скорее смотаться. Ты же с самого начала мечтал. Ладно, Алена, хватит. Я же уступил тебе. Ну, как ты не понимаешь? Я сидел, пока мог. Ну, как я здесь одна останусь? Мне не поговорить, не посоветоваться ни с кем. Ты знаешь, сколько продлится следствие? Лена, я прошу тебя, потерпи еще немного. Выхода-то нет. Ой, боже мой. Только все, когда все это кончится, Леночка. Какое это будет счастье. Начнем все сначала, среди людей, которые нас ничего не знают. Посмотрим разные города. Будут новые друзья. Поселимся где-нибудь на берегу моря с тобой. А? И купим лодку. Только обязательно с парусом. Очень хочется с парусом. Чтобы как в сказке. Будет ей парус. Будет ли она? Ален, давай спой нашу, а? Thank you.
разлуки. Мне нежно голос ваш звучал, когда, смеясь я, ваши руки в своих руках отогревал. Когда дорога светлой далью меня манила из глуши, я вашей тайною печалью гордился в глубине души. Перед непризнанной любовью я весел был в тот скорбный час. Но, Боже мой, с какой болью тогда очнулся я без вас. Какими тягостными снами вы мой нарушили покой. Все, все недосказанное вами и недослушанное мной. Все недосказанное вами и недослушанное мной. Спасибо, Лена. Скажи мне, Грабца из-за нас не расстреляют? Да кто же его расстреляет? У нас добренький, Лен. Посадят его в тюрьму. Ему там самое место. Я ты дерну тебя же за язык, а? Все настроение сбило. Ален. Ален, ну перестань. Ну перестань, ты, ну. Ну что ты спрашиваешь, ревешь-то, а? Ведь не наследствие, Лен. Ты разлюбил меня. Здрасте. Нам сейчас только не хватает с тобой выяснять отношения. Ну возьми ты себя в руки, Лен. Ну что ты... Ну оба устали, издерганы. Впереди вагон сложности. Ну давай не трепать друг другу нервы-то. Как не трепать? Я боюсь. Я все время боюсь. Я боюсь чего-то выдать. Я боюсь ошибиться. Я боюсь сказать что-нибудь не так. И потом я боюсь. Вот. Успокойся. Я ехала. Я так ждала этого свидания. И я приехала, и мы ни о чем не можем говорить. Только об одном. Это засело в голове, как гвоздь. Ну, перестань. Лен. Скажи мне, ну, что с нами происходит? Когда все минует, Алена, будет как раньше. Даже лучше, чем раньше. Ну, пойми ты, вместе такое пережить, это ж связывает крепче крепкого.
Откуда ты знаешь? А если это и дальше будет стоять между нами? Если мы захотим забыть, захотим чувствовать себя, как все люди, не сможем. Пока мы будем вдвоем, мы все будем помнить. А если ты уйдешь забываться на сторону? А ты на другую? Я не об этом. Не Обратная дорога закрыта, Элена. Что сделано, то сделано. Обратная дорога в тюрьму. Ой, нет. Все будет хорошо. Ведь пока же сбывается, а? Верно? Да, нет. Ты удивительно все рассчитал. Ну, то дальше все будет хорошо. И мы будем счастливы. Будем, Лена. Обязательно будем. Что нам люди? Горобец какой-то. Да плюнь ты на них, на всех. Плюнь. И помни самое главное. Что бы ни случилось, что бы ни говорили, ты ничего не знаешь. Имею справку с прежнего места жительства Миловидова, Павел. Работал на заводе в инженерной должности. Когда там скрыли хищение, прошел на суде как свидетель. И что любопытно, то для обеих сторон он остался под подозрением. Жулики считали, что он донес, а следователь считал, что не сумел доказать его соучастие. Но вскоре после этой истории он и переехал сюда, в Муравьевск, к Алене Дмитриевне. А как с запросами? Ну, во всяком случае, никто из родных или близких друзей Миловидова не слыхал ничего в его отъезде. Наоборот, считают, что прочно живет здесь с женой в Муравьевске. Все, Паша, чем богаты, тем и рады. Спасибо. Ты допросишь Горобца, а тебе не нужен вопрос справа, вопрос слева, так в темпе. Пожалуй, я бы не стал на него давить. Лучше подойду на мягких лапах. Ладно, действуй. Товарищ майор, Томин. Ну, как всегда, в 13 часов. Какие новости для меня? Так. Это не важно. Сразу вам говорю и повторяю бесповоротно. Ничего мне про Миловидова не известно. Так и записывайте. Хорошо, я запишу, только попозже. Присядьте, Александр Кондратьевич. Сначала давайте уточним круг ваших обязанностей. Чего? Какой круг? Ну, каковы ваши служебные обязанности? А, как? Моя обязанность заведовать. А практически? А практически весь склад на мне. До снабжения. Горобец ко всякой бочке затычка. Оборудование достать – Горобец. Харч для столовой достать – тоже Горобец. А от чего так? Не хватает рабочих рук? Совести у них не хватает, у начальства-то. Пользуются, что я здоровый, как лось. Учет на складе ведете тоже вы? Почему я? Нет. На то есть этот. Захаров Юрий Львович, инвалид. Ну и как он фиксирует поступление из цеха? Как обыкновенно, чернилами. Ну, понятно, что чернилами. Меня интересует процедура. Ведь ткань впервые метруют при передаче на склад. Ну? Здесь и возникает метраж, который затем учитывается по документу. Ну? Что ну?
Ну, а я-то при чем? Ну, а при том, что неучтенные излишки, минуя ваш склад, не реализуешь? Миловидову поверили, да? Да что же вы ему с собаки все верите, да? Вот пускай бы он сам бы что пришел бы и по фактам бы что бы доказал бы, попробовал бы. Боюсь, что доказать он уже не сумеет. Ой. Кровь на рубашке по группе совпадает с кровью Миловидова. Ознакомьтесь с заключением экспертизы. Да понятно. Заодно прочтите эти показания. Ох. А этот Дубов-то, ух ты, писаки. Так. Да, ой. Ушла по причине побоев, жена ушла по причине... Да мать, за матерью она за больной поехала ухаживать. Злыдни. Подождите. Что ж это получается-то? Выходит, я кругом виноват. Он, значит, меня уличил. Я его к себе, значит, заманил с умыслом и кровь ему пустил. Чтоб он меня разоблачить не сумел. Так оно получается, а? Сами видите, как складываются улики. Постойте, постойте. Да тут же все, шиворот на выворот перевернуто. Он ведь сам нахально приперся. Кадушку под огурцы попросил. Ну, я, понятно, я это самое. Отказал ему, послал его, ишь, хотел в зубы дать. Ну, вроде сдержался. А и шум был. Да, он рассказы какие-то, анекдоты рассказывал. И кричал, караул, помогите, ну из анекдота все. Еще потом что-то смешное было, я не помню. Вам кажется достоверным объяснение, что Миловидов пришел к вам за кадушкой для огурцов? А что? По весне кто же солит огурцы? Ну я почему знаю? Видите ли, Александр Кондратьевич, все, что вы говорите, противоречит остальным показаниям. Подожди, как? Да подожди, да вы писать-то подождите. Вы что думаете, вам все так известно, что ли? Думаете, вам известно все? Коль на то пошло-то, зачем Миловидов меня при всех охаял, при народе, а? Чтоб подозрение себя отвести. Он, гад, сам первый ворюга есть. За что я от него каждый месяц 5 червонцев-то имел, а? Вот как? Так! И что же вы должны были за эти деньги делать? Шутите, гражданин следователь. Разве такие деньги-то делают? Кто делает, тот в десятеро имеет. Хорошо, чего вы не должны были делать? Ничего лишнего. Дальше складу не смотреть. Ну, если вы обязались чего-то не замечать, то должны знать, чего именно. А это я не задумался. Их каша, им и теперь и расхлебывать ее. Ну, допустим, Миловидов платил, а вы не задумывались. Ну? За что же вы его поносили, почем зря? За что это? Платил мало. 50 рублей за ни за что мало? Вот всем вы верите, а мне нет. Соседи у вас тут понаписали. Алена, ух, Алена, ух, злыдня, как она вас обошла-то, а? Глазами-то своими глазищами похлопала, а вы думаете, что она такая простенькая да мягенькая? А если я вам скажу, что у Алены-то хахель есть, а? Ах, Горобец, Горобец. Что? Ну, чем вам это поможет? Ведь это вас, Миловидов, уличил в хищениях, от вас слышали его крик. У вас нашли окровавленную рубашку. К тому же свидетели показывают, что вы ухаживали за Миловидовой до замужества. Было? Петр Иванович! Петр Иванович! Ну чего тебе, чего? Митька, киномеханик, смылся. Ну? В понедельник Сергей пропал. На утро Митька смылся. Будто по телеграмме. Что сестра при смерти. А тот телеграмму читал. Ну, это еще знаешь. Не обошлось без него, Петр Иванович, не обошлось. Недаром Алена на меня с полоборота. Она, пожалуй, сама. Погоди ты. Значит так. Митька, да, Алена. Сашка Городец. Что же уходит? Глубокая тайна. Кроссворд. Помолчи ты.
Значит так. Практически нам с тобой все одно. То да что да кого. Наша забота нынче другая. А я бы на нее в милицию тонким голоском. Заткнись ты! Чтоб тебе язык откусить. Зацепит Алену, первый без порток пойдем. Плакали наши денежки. Бабам такую спускать нельзя. Зачем спускать? Падай этот козырь, мы из нее душу вытрясем. Я тоже забуксовал. Приходит ко мне этот учетчик. Положил на стол орденские книжки и партбилет. Это, говорит, все, что у меня есть, и этим клянусь. На складе у Горобца, честно. Вот если бы он клялся, распинался, я, может быть, и не поверил, но он так сдержанно, с достоинством. Где же Зинаида со своей сенсацией, а? И главное, полный кавалер орденов славы. Да, вот так споткнешься о человека, и версия начинает ползти. А была нудная провинциальная история, а, Паш? Он они снова рвали сукно, и кто-то не вернулся вовремя домой. Ну, Шурик, теперь твоя очередь поить меня чаем. Справедливо, Зинуля, справедливо. Леночка, а сенсация в сумке? После чая. Ну что, как успехи? Понимаешь, каждую щель в доме Горобца, каждое полено в сарае обследовали по высшему классу. Может быть, место кровавого убийства без намека на следы крови? Нет. Значит, если оно и произошло, то не у Горобца. А во-вторых, я сильно засомневался в его причастности к воровству. И значит, ему нечего было опасаться разоблачений Миловидова, и прежний мотив убийства отпадает. Хорошо, Зинуля, чаевничаем. Ой, спасибо. Пить хочется. Мы уже отужинали, Зин. На, спасибо, не нужно. Давай, давай, выкладывай, выкладывай. Дожди, дай глоток чаю сделать. Хватит. Учитель. Да. Ну? Ну, так вот, по порядку. Значит, кровь по методике мультгрупп обещали попробовать. А вот что касается образцов ткани, то тут все мои труды на смарку, потому что НИИ «Текстиль» говорит, что нарушения ничтожны. Так, с обоих концов пусто-пусто. Рыба, Павел. Ничего, зато вытешение. Я вам кое-что привезла. О, таинственная женщина. Да. Вот. О. Это Машу. Паши. Ну. А Мишу? Саша, да? Саша, да. Так. Рост 45 сантиметров. Довольно глупая улыбка. Телосложение среднего. Это что, подарок, Зиночка? Это вещественное доказательство. На нем брючки из морской волны. А-а-а. Ну? Да. Ну, а как тебе, Маша, нравится? Да прелестная девочка. Так вот, эти куклы продаются в соседней области. Миша стоит 10 рублей, а Маша 16. Но в Мишином ценнике к нолю пририсовывают маленький хвостик вверх и пускают обоих по одной цене. По 16. Вот нахалы, ну нахалы, а. В общем, за это Миша с Машами были арестованы, изъяты из торговли и направлены к нам в НТО для экспертизы ценников. Да. А мне об этом сказали потому, что изготовляют их здесь, в Муравьевске. Кто изготовляет? Комбинат бытового обслуживания в просторечии «Бытовка». А вот вся кукольная одежонка сделана из материалов фабрики, списанного в брак. И главное, что этих кукол в магазине обнаружено в 3 раза больше, чем их выпустила по документам та же бытовка. Так, ну не учтенный брак просто. А браком заведует валетный. Ой, мой милейший поклонник. Так. Еще чайку, Зиночка. Спасибо. Здравствуйте, Знаменский. Кто из наших ревизоров на месте? Добрый вечер, Иван Арсеньевич. Срочная просьба. Подберите, что есть по передаче фабричного брака посторонним организациям. И сразу подошлите. Да-да, хорошо. Ты не помнишь, Саш, телефон начальника БХСС? В отъезде, звони заму, Потапов, 21-18. Потапов.
Зиной, подлить? Нет, спасибо. Так. Остынет. Товарищ Потапов? Хорошо, что застал. Следователь Знаменский. Здравствуйте. Часа через два потребуется валетный в городделе. Хорошо, договорились. Ну, ребятки, потолкуем с дядей валетным. Предвкушаю сочный допрос. Паша, оставь этих уродцев в покое. Давайте не забывать о главном. Неучтенный брак — это одно. А первосортное сукно, обнаруженное в торговле, это совершенно другое. Или недопонимаю? Да понимаешь, Шурик. Плюс пропавший Миловидов. Вот о чем в первую голову надо думать. Ну, посмотри на меня внимательно, проницательный сыщик. С удовольствием. Вон Павел Павлович, я вижу, ждет, догадывается. Ну, хитрющая женщина. Ну-ка, выкладываем. Я еще раз посмотрела то сукно. Оно все в небольших рулонах и без хазовых концов. Пардон, Зина, хазовый конец. Хазовый конец — это наружный конец рулона. На нем ставится штамп в фабрике, крепится пломба, ярлык. Понял. Но мало того, что эти рулоны без хазовых концов, у них еще и линия обреза не машинная, а ручная. Просто нахально отрезают то от рулона куски после сушки, нодометрирования и передачи на склад. Да, а сушкой-то командует Миловидов. Следовательно, в его хозяйстве отрезают. Ну, Зина, иногда от тебя определенно бывает польза. Это же спасибо. Поворот на 90 градусов. Так, Миловидов, Миловидов. Что, кстати, утверждает Горобец. Так, стоп, стоп, стоп. Только спокойно, не пороть горячку. Значит, если Горобец в этом не соврал, то не исключено, что... Рубашечку подбросили. Предвидя обыск. Предвидя, насколько ситуация будет против Горобца вообще. Нет, заранее знаю, что она будет против Горобца. Значит, ситуация создана. Создана. Но кем? Ой-ой-ой-ой-ой. Лопухнулся я. Ах ты, черт, ведь была же мелочишка, которая не лезла в общую картину. Что Миловидова говорила? Ушел я, сидела, ждала его к ужину. А по словам соседки, она ведь два раза выходила в этот вечер, кажется, даже с сумкой. Ах, молодая вдова, Алена Дмитриевна. Одну ночь она ведь у матери ночевала. По словам той же соседки, Ольги Фоминишны. Ах ты, ай-яй-яй-яй. Кто там? Здравствуй, милая хорошая моя. Ой, Петр Иванович, не до вас, не ей-богу. Ну, да в БД есть время, а до меня нету. Не гоже, так красавица. Ну, о чем нам с вами говорить-то? Подождите, ну. Ну, ты на меня своим бюстгальтером не дави. Есть о чем говорить. Чего это ты по всей квартире рыскаешь-то? Напрасно ты, Алена, и репенишься. Я ж к тебе со всем своим сочувствием. Угу. Может, мне Сергея Ильича твоего жалко? Но это нашего с тобой вопроса не меняет. Какого это вопроса? Ну, не придуривайся, не придуривайся. Все знаю, все понимаешь. Деньги, что у Сергея были общественные, надо с ними по справедливости. Подожди, ты что же это значит ко мне по общественной линии? Общественник! Вот змея! А с мужем-то твоим, хоть он и пришлый, мы завсегда честно делили.
А ты наша Муравьевская коренная, можешь сказать, и на тебе, а? Да перестаньте, Петр Иванович. Я счетов ваших не знаю, чего вы там делили. И дел ваших знать не хочу. Вы что, со мной советовались? Нет. Дверь закрывали. То ли водку пили, то ли в карты играли, мне неизвестно. Алена, не дури. Мы тебе хорошо предлагаем. Бери треть, остальное верни людям. А я теперь, Петр Иванович, вдова. Я о себе должна заботиться. Ну, ты прикинь, практически. Столько тебе не нужно. Ну ты мудрец. Ну, разумная голова. А почем тебе знать, сколько мне нужно? Сильно. А я грешил, что Сергей-то лыжи навострил, а вот теперь по тебе вижу, что... Гляди, баба, пожалеешь? Не доводи до крайности. Нет у меня денег. Ищите. Помилуйте, Павел Павлович, время вечернее. Ко мне только-только гости, друг, человек в штатском, и почти что. Пройдемте. Прошу прощения, загорелось вас увидеть. Проходите, садитесь. Благодарю. Спасибо. А что за спешка-то, а? Да вот представьте, сижу в гостинице. Думаю, ну сколько можно возиться с этой фабрикой? Тоска смертная. Нужно позвать умного человека и попросить. Расскажите, пожалуйста, как вы воруете? Умный человек расскажет, а за чистосердечность ему снисхождение полагается. Дальше как суд решит, а пока пускай себе спит дома, гостей принимает. Вы следите за моей мыслью, Илья Петрович? Кто я? Да, я слежу. Отлично. Ну, кого же, думаю, позвать? И тут я вспоминаю, есть на фабрике валетный, светлая голова, и я зову вас. Вы, я уверен, должны все понять. Я? Ну да, вы. Понимаете, я не понимаю, что я должен понять. А я сейчас подскажу. Мы вот втроем подскажем. Извини-ка, Машенька, я с тебя юбочку-то сниму. Ты не стесняйся, тут все свои. Так, ба, сколько дырочек рядами. Что ты говоришь? Брак. Барабан неровно тянул и зубчиками продырявил. Так, а у Миши что? О, у Миши брючки цвета морской волны. Очень модные у тебя брючки, Миша. Ну, извини, по бокам какие-то разводы. Как они называются? Правильно, не прокрас. Где же вас так одели, ребята? Не слышу. На здешнем комбинате стыд и срам. Объясните, пожалуйста, как вы поступаете с бракованной тканью? Товарищ Валетный, мы к вам обращаемся. Неисправимый брак вырезаем, а остатки идут в лоскут. Этот лоскут сортируется? Да, сортируется. До 20 сантиметров брака на квадратный метр ткани – это мерный лоскут, а более 20 сантиметров – это весовой лоскут. Так, значит, мерный лоскут и весовой лоскут. Их дальнейшая судьба. Ну, смелее, Илья Петрович. Мерный отдаем в бытовку, а весовой во вторсырье сдаем или списываем на обтирочные концы. Вот видишь, Машенька, в хорошем хозяйстве ничего не пропадает. Что ты говоришь? Вы слышите, Илья Петрович? Нет, я не слышу. Машенька говорит, что на юбочку пошел весовой лоскут, который вы сами себе списали на обтирочные концы. Это, Машенька, очень серьезное обвинение. Нельзя так голословно. Ах, у тебя и накладная есть. И у Миши тоже. Сейчас посмотрим. Так, все правильно.
Спасибо, ребята. Ну вот видите, Илья Петрович, и свидетели налицо, и вещественные доказательства. А вы ведь умный человек. Это я? Ну да, вы. Нет, вы поверьте, я не виноват. Я только подписывал брак, и все, я мог ошибиться. Вы войдите в мое положение, Павел Павлович. Могу предложить единственный спасательный круг — абсолютную откровенность. Я расскажу. Меня втянули, Миловидов. Меня заставили, это Миловидов и Зурин. Они нарочно гнали на перекрас, чтобы запутать у чего-то ей. В сушилке на барабанах делали перекал, если куда можно было сбросить брак. Я денег-то не видел, копейки, честное слово. Ну, рубли. Все шло через Миловидова, все расчеты, реализация, все, все. А как вы возились отрезки рулона? Вместе с лоскутом. Что вам известно о судьбе Миловидова? Как? Его же, говорят, Горобец кокнул. Вещи вы получили? Да. Распишитесь у дежурного. Не в обиде на нас? Да ну, что вы? Я это когда, ну, в КПЗ рассказал, что и как, чего там. Они говорят, ну все, дядя, хана тебе, крышка. А вы как-то разобрались. Ну, 50 рублей в месяц на вас еще висят. Да ну, если сравнить вообще, что было, да? И как. Короче, мэм, лучше подписку не выездить. Еще вот здесь вот. Александр Андреевич, чего? По секрету, от чего вы до смерти испугались обыска? Это аппарат я стал мастерить в курятнике. Какой аппарат? Ну, какой? Для самогона. Папа! Павел Павлович, в четверг уехала от матери в 12 часов ночи и вернулась только утром. Александр Кондратьевич, вы, помнится, заявили, что у Миловидовой кто-то есть. Это со зла или от кого-нибудь слышали? Да нет, извините, больше, конечно, со зла. Нет, ну я не то, чтобы ее там оболгать хотел. Ну, мне правда что-то почудилось. Почему? Да видел я ее тут в лесных полянах. Поселок тут, километров 15. А я ехал в автобусе в подшефный совхоз. Это как раз за день был до того, как вы меня захмутали. Ну, в смысле, забрали. Гляжу, Алена чапает. У нее там двоюродная сестра с мужем вроде как дачу держит. Ну и что? Ой, я говорю, вот думаю, баба. Мужик как два дня запропал, она уже хвост намылила и... Ну, может быть, она искала мужа по родственникам, знакомым. Да родственники-то уж 3 недели на юге сгорают. Да нет, товарищ мэр, я говорю, главное, что и как шла ведь, как шла. Ведь смотреть невозможно. Пионеру ясно, что на свиданку бежит, но... Прошу вас. Ну, проходите туда. Спасибо. Александр Николаевич, голубчик, скажите, а... Что мне собирался сказать Павел Павлович? У меня так сердце колотится. Не знаю, Алена Дмитриевна. Павел Павлович человек-загадка. Алена Дмитриевна, ваш муж не был ревнив? Нет. Я никогда не давала ему повода. Похвально. А что, киномеханик от вас уволился или в отпуск отпросился? У него, по-моему, заболел кто-то, он отпросился навестить. А куда? Право, я не помню. Но, знаете, со всеми вот этими делами я... Мне совсем не до этого. Ну, понятно. Передаю вас в надежные руки, Алена Дмитриевна. Здравствуйте. Здравствуйте.
Я отправляюсь на разведку, Павел Павлович. Всего доброго, Лен. До свидания. Счастливо. Присядьте поближе. Дадите машинку прокатиться в лесные поляны и кого-нибудь для компании. Щеглов, на выезд. Спасибо. Дежурный слушает вас. Сослуживцы вашего мужа утверждают, что на профактиве он был в белой нейлоновой рубашке. Да, это действительно так. Сережа пришел с работы в белой рубашке, я ее положила в грязную и дала ему новую, ну, чистую, голубую. Пометим. Дальше. Вы хорошо помните, чем занимались в тот день и вечер, когда он исчез? Что, что-нибудь напутала? Вот послушайте. После этого муж ушел. Я считала, что он вернется, как сказал, через час-полтора, и все время ждала его к ужину. С ваших слов записано верно? Да. Да, все верно. Следовательно, в тот вечер вы не пытались его искать. Ну, Павел Павлович, было же очень поздно. То есть я-то не спала всю ночь, все время ждала, но люди же спят. Хорошо. Записываю. После ухода мужа не отлучалась из дома до утра. Нет, ну... Раз вы спрашиваете, то, вероятно, я куда-нибудь выходила. Но за всеми этими событиями я просто могла забыть, Павел Павлович. Ясно. Ну, а как вы объясняете, что Миловидов пошел к Горобцу, хотя после профактива тот кидался на него с кулаками? Мне только одно приходит в голову. Наверное, Сережа хотел уговорить Горобца, чтобы тот честно сознался. Вы, к сожалению, не были знакомый с Сережей, он был такой идеалист. Павел Павлович, вам что, не здоровится или что-нибудь случилось? Да нет, ничего. Да? А вот товарищ Томин, он мне дал определенно понять, что есть какие-то новости. Вы говорите неправду. Ну хорошо, Павел Павлович, ну пусть неправду. Ну что же, ну да, я говорю неправду. Но я же чувствую, что вы совсем другой сегодня. Мне очень нужна чья-нибудь поддержка. Я просто на последнем пределе. Я чувствую, что у вас какие-то глаза холодные, что вам меня совсем не жалко. Алена Дмитриевна. Где вы провели ночь с четверга на пятницу? Я поехала к маме после того, как я опознала Сережину рубашку. Я перестала его ждать. И это, наверное, была самая тяжелая ночь в моей жизни, самая ужасная. Я так хотела, то есть, наоборот, я никого не хотела видеть. И я ушла от мамы. Но я домой не могла вернуться. Я где-то ходила по городу до самого утра. Ну, я сейчас не помню, конечно, где. И еще вопрос. Горобец отрицает, что звонил вашему мужу. Ну, а как же он может отрицать, когда я подходила к телефону? Я же его узнала.
придется устроить очную ставку. А, пожалуйста. Конечно. Завтра вам в какое время удобнее? Пожалуйста, в любое время, хоть сейчас, пусть его приведут. Я готова. Горобец дома. Я пошлю повестку. Я не поняла вас. Вы отпустили его? Вы что же отпустили Горобца домой? Ах, вот оно что. Да, ну как-то... А зачем вы это сделали? Такого убийцу, он... Чтобы он ходил по улицам и убивал людей, грабил их? Я совершенно вас не понимаю, Павел Павлович. За недостаточностью улик. Ну как же так за недостаточностью? Ну я же была у фабричного юриста, он же мне сказал, нерасторжимая цепь улик. Ну что, вам нужно тело найти? Ну ведь бывает так, что тело не находят, а все равно человека судят за убийство. Можно, Павел Павлович? Да, разумеется, входи. Здравствуйте. Ну что ж, видно, опять не удастся проверить методику мультгрупп. Прочти. Приятный сюрприз в коробочке для следователя. Присядь, сама объяснишь. Да, действительно, бывают так называемые убийства без трупа. Но в данном случае сам факт убийства нельзя считать установленным. Ну, я на вас удивляюсь. Ну, как же нельзя? Ну, человека же нет. Закон предусматривает подобные ситуации. Когда розыск не дает результатов, то дело передается, так сказать, гражданскому ведомству. И через год исчезнувшее лицо может считаться безвестно отсутствующим. А через 3 года суд по гражданским делам может признать его умершим. Ну, от этого от всего можно с ума сойти. Вы такие ужасы рассказываете. Но ведь на рубашке Сережина кровь. Вы же делали экспертизу. Простите, я вам о результатах экспертизы не докладывал. Откуда вы получили сведения? Ну, Павел Павлович, если человек исчез и нашли рубашку, в которую он ушел из дома, то дураку понятно, чья это кровь и вообще что стряслось. Товарищ эксперт, прошу. В телефонограмме, которую я только что получила, говорится следующее. Минутку. Очень мило. Ну, с этим подождите. Посмотрите, кого я вам привез. Прошу. Сережа. Спокойно, Алена. Сергей Иванович Миловидов? Да, рекомендую. Сергей Иванович Миловидов. Ваша супруга обратилась к нам со слезной просьбой разыскать вас. Вот она, Алена Дмитриевна. Жив, здоров. Я так старался, а вы не рады. Подождите пока в коридоре. Садитесь, Миловидов. Как прикажете понимать? Как шутку. Хотел разыграть друзей. Необычайно смешно. Но мы не принадлежим к числу ваших друзей. Не трудитесь нас разыгрывать дальше. Часто у вас идет носом кровь? Не обращал внимания. Что вы говорите? Можешь, наконец, высказаться.
Кровь, изъятая с вашей рубашки, была проверена на биологические примеси. И вот заключение экспертов. Проведенные анализы позволяют категорически утверждать по наличию специфических отслоений и слизи, что источником крови явилось ее истечение из носа, каким страдает ряд людей. Да. Сгорел, как сгорел, а? Такие себе козыри сдал и пронес. Мы пойдем? Итак, кто подбросил рубашку Горобцу? Вы или жена? Скажите, как ваше имя, отчество? Павел Павлович. Павел Павлович, вас ведь больше устроит, чтобы я честно рассказал все как есть. Тонко подмечено. Вранье меня действительно не устроит. Ну так вот, Павел Павлович. Вы уж меня простите, если я где-нибудь оговорюсь, и вместо «я» скажу «мы». Не ловите меня на слове. Женщина есть женщина. Вот. Мужчина делает ошибки, им расплачиваться. Покупаете на благородство. Ничего себе ошибка устроить такую подлость Горобцу. Так кто же подбросил рубашку? Алена ни при чем. У вас против нее ничего реального нет, кроме моих показаний, и быть не может. А я их не дам, Павел Павлович. Вот так. Ладно, не буду ловить вас на оговорках. Да, спасибо. Рассказывайте. Спрашивайте лучше, Павел Павлович. Способ хищения, в общем, ясен. Состав группы тоже. Традиционный вопрос. С чего вы начинали? Что толкнуло? Давно толкало. Давно. Сколько можно мимо открытого амбара ходить? Сначала злился, а потом думаю, что я рыжий, что ли? Глупее других? Но ведь был же момент, когда вы решали, да или нет. Был, помню. Если интересно, я могу рассказать. Прихожу я как-то раз домой раньше обычного. Алена что-то в тазу стирала хозяйственным мылом. И запах такой стоит в кухне. Я помню, я не переношу этого запаха. Она знала об этом. Так виновата на меня глянула. Вот тут я и понял, на все пойду. А этот рай шалашей по боку. А когда вас осенило погибнуть от руки Горобца? Да надоело все, Павел Павлович, надоело. И захолустье это надоело, и фабрика надоела. Ну, для протокола, конечно, средактирую. Но если на чистоту... Опротивил из себя работягу корчить. И обозначать, будто что-то тебя там волнует, интересует производственной жизнью. Чем в хорошем ресторане сидеть? Торчи на собрании и слушай, как кто-то тебя там экономике учит. А самого вечно до получки пятерки не хватает. А тут еще следствие. Чувствую, пора обрываться. Но с умом надо обрываться, так как же. И тут как раз бац, кровь носом. Вот, стою я над ванной и размышляю. Кровь моя, рубашка моя. Соблазнительно. Вызвать Горобца на угрозы, проинструктировать Алену. Пардон. Говорился. Ну, еще кое-что сошлось. Что влюбленный киномеханик подозрительно уехал? Значит, вам все ясно.
Теперь-то да. Задумка не лишена оригинальности. Страна большая. Дескать, если меня тут убили, то это событие местного значения. И когда я вынырну где-нибудь за 1000 километров, там никто не удивится и не скажет, вы, мол, гражданин зверски зарезанный в городе Муравьевске. Последний вопрос. Вы ведь собирались улизнуть не только от нас, но и от подельщиков. Да им только на руку. Свалили бы на меня всю вину. Спокойнее, как взятки гладкие. Полно, Сергей Иванович. Не будем недооценивать друг друга. Что вы прихватили под занавес? Черная касса была? То есть, средства на общие расходы по сбыту левака и прочим расчетам. Знаю, была. И держали ее вы. Вы были верхний компаньон. Ну, черная касса не великий куш, а вам устраиваться на новом месте. Что-нибудь еще придержали? А? Незурин-то квалетный в сердцах выдаст. Говорите уж сами. Ну, набежали некоторые платежи. Я их просто не пустил в обычную дележку. Выходит, Горобец должен был убить для вас двух зайцев. Безнаказанность и деньги. Я, конечно, бледно выгляжу. Нечестный и все такое. Но если рассудить, Папа Павлович, что я уж все равно преступник, должен скрываться и так далее. А им ведь все равно сидеть. И деньги конфискуют. Они же пропали бы. И какую сумму вы притормозили? Папа Павлович, отвечу так. Что найдете ваше? А что затерялось там у мышки в норке? Немножко, правда. Пусть попользуется. Не обещаю. Искать будем на совесть. Вас мы арестуем. Супругу отпущу. Прошу, Алена Дмитриевна. Разрешаю попрощаться в моем присутствии. Только коротко и никаких разговоров по делу. Как попрощаться? Я не понимаю. Я арестован, Алена. Ну, объясните, Павел Павлович, почему... Я вам не задаю никаких вопросов, и не надо театра. Давай прощаться. Сережа, ты думаешь, что это из-за меня? Не знаю, Лена. Я знаю одно, что надо было сразу уехать, немедленно уехать. Нет, Сережа. Сережа, это не я. Нет, Сережа, Сережа, ну подожди, так невозможно. Сережа, неужели ничем нельзя помочь? Слушай, Лен, может, поменьше дадут, да? Ну, лет 10, может, 7, а? Может, дождешься, Лен? Да, а? Да. Успокойся. Сережа, что вы родили? А я, Лен, не забывай. Сережа, Сережа, я... Подожди, я обязательно что-нибудь придумаю. Я что-нибудь сделаю. Я найду каких-нибудь адвокатов. Я обязательно тебе помогу, Сережа. Сережа. Все. Прощай. Иди. Иди, Лена. До свидания, Сережа. Красиво ушла. Красиво. Лена, Лена, кое-что там. До свидания. Прощай.
Не будешь ты меня ждать. Найдет она себе лодку, найдет себе парус. Вы о чем? А? Да так, мысли вслух. Все, Павел Павлович, конец. Тюрьма не могила, Сергей Иванович. Давайте потихоньку записывать показания.